Александр, приветствую вас на канале Decor Lab Art по нанесению декоративной штукатурки. У меня на канале есть очень много видеоуроков, также очень много мастер-классов. Также, если вы являетесь моим подписчиком и ко мне можете обратиться, я вам всегда помогу. Если не являетесь моим подписчиком, тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и также нажимаем на звоночек, чтобы вам приходили новые уведомления. Сегодня мы рассмотрим самый популярный вопрос по декоративной штукатурке – это реставрация самого материала. Итак, ребят, ситуация в следующем. Буквально месяц назад я делал этот объект, но по каким-то там обстоятельствам, не буду уже говорить каким, немножко там нужно было отреставрировать две стены. Суть в следующем: поставили мебель, там очень много просветов, взяли, накидывали шпаклевки, дальше это все сделал, и дальше нам нужно было отреставрировать сам декор. Ребят, я всегда говорю, если у вас остались оригинальные материалы, отреставрировать материал это занимает пару часов. Ну, это зависит от того, какие повреждения у вас на стене. В данном случае у меня было там два повреждения таких очень серьезных и пару мелких. Я всегда говорю своим заказчикам, когда я делаю самую свою работу, я всегда оставляю на объекте реставрационные наборы по материалу. Я всегда говорю, не выбрасывать никогда этот материал. Если вдруг у вас что-то случилось, я вам приеду, отреставрирую это все. Потому что ничего сложного в декоре нет. И если там кто-то мне говорит, что отреставрировать это нереально, ребят, все реально. Если вы хороший мастер, вы отреставрируете все. Это вообще проблем не было. Суть в следующем. У меня клиент позвонил, сказал, что есть такая проблема. Я приехал, сразу же все это заделал. Как мы это все заделываем, и как мы что наносим, и что нам нужно сделать для того, чтобы хорошо отреставрировать, смотрите видео. Это видео все будет полностью, все этапы, как мы что делаем для полной реставрации самого декора. Поэтому всем хорошего просмотра. Если будут у кого-то какие-то вопросы, внизу в описании все мои контакты на Instagram, также есть контакты на Facebook, есть мой номер телефона, можете ко мне обращаться. Telegram, Viber и также WhatsApp. Всем хорошего просмотра. Декоративные материалы, также инструменты, которые нужны для декоративных материалов для нанесения. Если кого-то заинтересует инструмент, также декоративные материалы, расходы, также ценовая политика всего материала, вы можете ко мне обратиться, я вам всегда помогу. Также смогу помочь вам в подборе цвета. Сегодняшнее видео у нас будет по реставрации вельвет декора. Принцип нанесения у нас следующий. Сначала нам понадобится краска in latex mat, это идет основание. Дальше нам нужно будет вельвет декор, но в моем случае на объект это все осталось, так как объект я это делал недавно. Я думаю, видео вы это видели, как мы наносили этот вельвет декор на стене. Ко мне обратился заказчик, чтобы отреставрировать декор. И в общем, ничего сложного в этом всем нет. Также, если кого-то заинтересует полностью видео, как мы что делали по самой нанесению вельвета, конечно же, это видео есть и ссылочка на него будет, как мы это все делали. Сейчас я же приступаю к реставрации. У нас на объекте взяли мастера, подшпаклевали. Но для того, чтобы качественно отреставрировать материал, конечно же, подшпаклевать нужно мне. Потому что я беру мелкозернистую шпаклевочку для того, чтобы все идеально сделать. Да, ребят, я также умею шпаклевать. Там некоторые писали мне, что там я только наношу декор. Нет, ребят, я также раньше занимался шпаклевкой самых оснований стен, но в данном случае я этим не занимаюсь, потому что на это нет времени, и в реальности у меня этим занимаются совсем другие люди. Первое, что нам нужно сделать: мы взяли немножко понаждатели сам материал, дальше мы прогрунтовали, наносим финишную шпаклевку, мы делаем идеальное основание. После того, как мы это все сделали, мы сразу же берем, красим. Я еще раз хочу сделать акцент на том, что когда я делаю объекты, я всегда оставляю материалы для реставрации. На этом объекте у меня заказчики все это сохранили, у меня был оригинальный материал, и отреставрировать данный объект было вообще беспроблемно, то есть это все было очень легко. Потому мы делаем все по технологии. Сначала мы красим латексной краской in latex mat фирмы Feidal. Дальше мы приступаем к нанесению первого слоя вельвет декора. Мы сейчас берем, обкрашиваем все краи и также труднодоступные места, и дальше будем наносить вельвет. Так как у нас часть вельвет декора идет не очень большая, я всегда на объемах крашу уже самим валиком, но в данном случае я сейчас наношу кельмой, потому что объем не большой, и в реальности можно затянуть просто кельма, ничего здесь такого нет. Потому что на больших объемах, конечно же, лучше наносить это все валиком, это и быстрее, и равномерное основание будет. Потому мы сейчас берем, наносим вельвет декор шпателем, дальше мы будем наносить сам вельвет декор пластиковой кельмы и делать сам рисунок.
Принцип у нас следующий. Мы берем, наносим в той же последовательности, как мы наносили данный объект, и делаем точно такой же рисунок, чтобы у нас не было разнобоя в рисунке. Сейчас приступаем к нанесению Velvet декора только уже пластиковой кельмой. Мы берем, наносим немножко материала и делаем сразу же рисунок. Хочу сразу же сделать акцент. На канале есть данное видео, как мы делали этот объект. Вы, если вас интересует, вы можете зайти, посмотреть, там все это видео есть. Но когда мы реставрируем, я хочу еще раз сделать акцент. У нас материал идет оригинальный и наносим мы в той же технике, потому никакой стыковки, никаких переходов, ничего не будет. И еще раз хочу сделать акцент. Если вы знаете, как материал отреставрировать, вы его отреставрируете. Часто задаваемый вопрос у меня на работе, можно ли нанести этот декор, если человек никогда этим не работал. Ну, честно, ребят, скажу, это сомнительно, потому что некоторые берут из первого раза все делают, некоторые не получается. Сразу же фото до и после, как мы что сделали. Я думаю, результат очень хороший, вообще никакой стыковки, никаких переходов нет. Все мои заказчики очень довольны реставрацией. Дальше мы еще раз закрепим этот материал, это уже идет у нас другая лоджия. Та же ошибка, когда шпаклевали стены, их полностью не выровняли, потому и сейчас набросили кучу шпаклевки. И сейчас мне нужно также это все делать. Сначала мы взяли поднаждач или наждачка, это у нас была 180-ка. Дальше мы прогрунтовали основание, сейчас мы подшпаклевываем. И дальше будем все делать по технологии. Грунт глубокого проникновения, потом краска, подложка и латекс мат. Потом мы будем наносить вельвет декор. Хочу сразу же сделать акцент на том, что шпаклею я очень хорошо, и подготовка основания я когда-то делал под себя, я тоже это очень хорошо все делаю. Потому, когда я наношу шпаклевку, это идет у нас финишка мелкозернистая, в реальности я после себя почти никогда не наждачу, потому что при нанесении самой шпаклевки она очень хорошо уплотняется, и в принципе никакой стыковки нет, и наждачки уже не нужно. Принцип у нас следующий, мы взяли, подшкурили, дальше прошпаклевали, прогрунтовали. Сейчас мы берем латексную краску и на латекс мат. Взяли, прокрасили. Дальше мы берем, прокрашиваем вельвет декором и затягиваем первый слой шпателем, чтобы не мазать сам валик. И будем наносить сам вельвет декор только пластиковой кельмой. Все по технологии. Хочу сразу же сказать, ребят, ничего сложного в реставрации декора нет. Самое главное, чтобы у вас были все материалы, которыми вы работали. Потому никогда не выбрасывайте свои материалы, когда они у вас остаются. Еще очень важный момент. Для того, чтобы остались у вас эти материалы и они не испортились, нам нужно разбавлять материал, конечно же, грунтом глубокого проникновения. Меня очень часто спрашивают, говоря, что грунт глубокого проникновения взяли, и он все-таки испортил материал. Ребята, если вы взяли грунт глубокого проникновения, то не добавляйте туда воды, и ничего не будет, потому что если вы добавили воды, но принцип тот же, что вы разбавили сам же материал водой. Я думаю, эту логику все здесь понятно. Как можете заметить, ничего сложного в реставрации самого декоративного материала нет. Также я сбросил фото до и после реставрации. Материал реставрируется очень хорошо, и также материал очень практичный. Всем большое спасибо за внимание, если будут у кого-то какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, все мои контакты есть под видео, есть ссылочки на Instagram, также есть ссылочки на Facebook. Также не забываем подписываться на мой канал и ставить лайки. Хорошего дня, до свидания.